Этот купальный сезон стартует гораздо позже обычного. Виной тому погодные условия. Июнь выдался на редкость прохладным, да и вторая волна паводка еще не спала окончательно. К сожалению, на сегодняшний день у нас не открыты самые большие пляжи. Это городской пляж на острове Помаскино, также водный мир на пробежном тракте 39, к сожалению, из-за высокого уровня воды. Как только Обь придет в норму, эти пляжи откроют. Пока же горожан готовы встретить три пляжа и три бассейна, которые открылись 10 июня. Всего в этом году определено 15 безопасных для купания мест, 8 пляжей и 7 бассейнов. Их список с адресами размещен на официальном сайте Барнаула. Я, как начальник управления города, пользуясь случаем, призываю людей отдыхать на водных объектах только специально для этих установленных местах. На других водных объектах купаться, в принципе, будем говорить так, запрещено и не рекомендуется. Потенциально опасным отнесли 25 мест у Оби в Барнауле. На диких пляжах, предостерегают специалисты, дно не обследовано, не дежурят спасатели. Но чтобы трагедии избежать, запланированы разные предупредительные мероприятия, в том числе больше 150 рейдов и родительских патрулей, дежурство мобильных спасательных групп. Температура воды еще очень низкая для купания. Она колеблется в пределах 16-19 градусов. И вот этот резкий перепад температур, когда ты из жары заходишь в холодную воду, может привести к нарушению действий организма. А потому, говорят специалисты, в первые жаркие выходные нужно с особой осторожностью отнестись к купанию на пляжах. Не находиться долго в воде, не отдыхать в нетрезвом виде. Елена Макаренко, «День с толком».